Здравствуйте, вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Ольга Николаевна Кобецкая, главный режиссер Народного молодежного театра «Крылья», руководитель театрального центра «Жаворонки». Здравствуйте, Ольга Николаевна. Добрый день. Очень рада видеть вас в нашей студии. Пригласили не случайно. Буквально через несколько дней стартует долгожданный фестиваль «Взмах крыла». Давайте сегодня поговорим об этом. Каков состав участников, какие спектакли приедут и что увидят зрители, гости и жители Одинцовского округа в этот раз? Да, мы очень ждали этого события «Взмах крыла». В этом году все немножечко совсем не так, как всегда. Потому что на протяжении вот этого фестивального круга 2020 года, да, у нас не смогли приезжать к нам системно театры, приводя свои спектакли, как это у нас было всегда. И поэтому сейчас мы, по сути дела, проводим двухнедельный марафон, когда спектакли, которые нам привезут, еще не видела ни худсовет, ни члены жюри. И предстоит не только зрителю это показать, но еще и оценить и тут же провести церемонию закрытия и награждения. Если предыдущие годы на эту фестивальную неделю выходили уже лучшие 9 или 10 спектаклей года, и мы уже понимали, что это самое-самое как бы лучшее, то сейчас отбор мы производили по видеоматериалу, да, по портфолио, который нам прислали коллективы, и вот будем смотреть. Но я думаю, что все равно и такой опыт интересен. Нас с этого года поддерживает комитет по культуре Одинцовского округа, и наш фестиваль стал окружным фестивалем, и 3 марта буквально он стартует. По традиции трехгодовалой на этом фестивале будут награждены лауреаты детского конкурса «Наш дебют». Мы внутри нашего фестивального движения учредили такой конкурс. Он у нас проходил в конце января. И главным подарком вот и стало, что они смогут на молодежном форуме сыграть свои спектакли. Поэтому, во-первых, наши зрители в утреннее и дневное время увидят детские спектакли. Те, которые не только для детей, но и созданы детьми, самыми лучшими театральными студиями из разных городов. В том числе из Одинцовского округа. А днем, вечером пройдут у нас по 2-3 спектакля, как обычно. И в этом году у нас в гостях несколько городов. То есть у нас театральная студия из Питера. Они, кстати говоря, со своим детским составом стали призерами гран-при в нашем дебюте. И они нам привозят теперь уже взрослый состав, молодежный, со своим спектаклем. А к нам приедут ребята из Владимира. К нам приезжают люди из Красноярска. Вот такая как бы география. А сначала хотели только виртуально поучаствовать, но все-таки решили, что они приедут. Конечно же, это Москва, конечно же, это Одинцовский округ, Истра, Химки. Вот такое разнообразие. Несколько спектаклей у нас будут детских и достаточно большое количество взрослых спектаклей. 14 марта мы будем завершать этот фестивальный марафон в центре Любови Орловой. Благодаря поддержке комитета по культуре администрации Одинцовского округа мы получили этот прекрасный зал. Причем зал этот получили в финальный день Масленицы. Поэтому мы придумываем такое закрытие помпезное, которое мы назвали «Крылатая Масленица». Вот, мы представим немножечко каждый театр, который будет выходить на сценическую площадку нашу в течение 2 недель. И какие-то кусочки, отрывки мы еще до конца как бы вот это все будем делать в течение 2 недель. Значит, покажут нам такие масленичные веселые гуляния, которые должны произвести впечатление на наших гостей и зрителей. Ольга Николаевна, ну вот вы уже знакомились с составом участников, знаете города, ну примерно представляете, да, труппы, которые привезут свои работы. Чего ожидаете? Ну, прежде всего, мы ожидаем полета души, взмаха крыла и фееричного праздника, посвященного вообще театру, театральному искусству. Здорово, что это происходит в марте, в преддверии Дня театра. И, конечно, мы ждем каких-то новых открытий, новых побед. К нам вернулись несколько участников, которые не участвовали у нас в фестивале, наверное, 3 года. Вот, по нам соскучились и приехали вновь, у них не было такой возможности. Многие театральные труппы испытывали огромные проблемы весь 2020 год.
они не смогли сделать новые спектакли, у них ушли ребята из студий, из театральных из-за пандемии, да, кто-то заболел, кто-то куда-то переехал, то есть произошли какие-то перетрубации. И, честно сказать, когда вот люди с нами созванивались, да, и мы говорили о том, что подавайте заявки, они в каком-то были в сомнении все, смогут ли они выйти на этот «Взмах крыла». То есть поэтому мне кажется, что вот сейчас, как никогда, «Взмах крыла» должен подарить им крылья. Мы их сначала убедили, что, ребят, не бойтесь, давайте, мы с вами. Они выдохнули, напряглись. За январь и за февраль мы специально сдвинули вот рамки эти временные, потому что хотели в конце февраля проводить «Взмах крыла», но решили вот начало марта, чтобы дать время и возможность людям на адаптацию. Поставили какие-то замены, какие-то допрепетиции провели. Мы знаем всю вот эту вот кухню, которая крутилась. И я очень надеюсь, что этот «Взмах крыла» людям, кроме того, о чем я сказала, подарит веру в самих себя. Что артист, мобилизовавшись, может сделать очень многое. Лишь бы он любил театральное искусство и готов был на самопожертвование ради сцены и ради вот этих зрителей, на которых мы выходим. Открытый окружной фестиваль «Взмах крыла» проходит уже в 7-й раз. За эти годы насколько он стал действительно популярен? И не только в пределах нашего региона, но и на российской арене. Он стал очень популярным, его сейчас ждут. Тем более, что, например, в этом году мы затеваем из Любови Орловой все-таки прямую трансляцию на всю страну, да, как это у нас было с «Магией кино». Я думаю, что это еще раскроет какой-то ореол. Ну и популярность его растет еще и потому, что все-таки наш главный приз был всегда интересен зрителю. Сейчас он изменился. А главным призом всегда было право сыграть на площадке Вячеслава Семеновича Списивцева в Московском театре, все-таки на московской площадке. Многим-многим непрофессиональным театрам это прям вот, ну, как бы как глоток воздуха и получить своего зрителя. Но в прошлом году мы не сумели реализовать это из-за того, что возникла вот эта ситуация с пандемией. И у нас, скажем, есть незакрытые обязательства, а театр Списивцева не может пока принять лауреатов предыдущего года. И мы в этом году решили не рисковать. Мы очень долго думали, что же это будет, И придумали, что все-таки это будет денежный приз. Он небольшой, это премия. Но когда мы его озвучили нашим театрам, все просто воодушевились. Потому что, правда, вот в этом нашем пространстве, пространстве альтруистическом таком, да, значит, где артисты сами подчас покупают какой-то реквизит, костюмы, что-то, вот эти премии в 30 тысяч рублей – очень для них значимое и важное. И все уже начали приблизительно фантазировать, что там мы на это купим танцевальные сапоги, а другие там решили, что мы на это купим вот это, а третьи там решили, что как раз труппа, если небольшая, мы вот как раз съездим на другой фестиваль, эти деньги используем. Поэтому люди хотят, в общем-то, в этом поучаствовать. Ну, понятно, что не только для этого, но и этот приз, он тоже оказался в каким-то определенной степени значимым. И я хочу сказать, что нам очень приятно, что за время вот этих, за 7 лет, мы увидели рост наших участников. Люди, которые к нам приезжали первые годы как актеры, сейчас приезжают как режиссеры со своими работами. Многие люди из разных театральных студий, которые вообще не имели профессиональных артистов в своей труппе, а пошли учиться в профессиональные вузы. И заканчивают, а некоторые закончили и получили дипломы профессиональных артистов. То есть вот это все в совокупности говорит о том, что фестиваль очень нужен. Во-первых, он раскрывает таланты. Во-вторых, он действительно дает человеку поверить в себя и обрести эти крылья. Да? Вот на одном крыле ты как бы летишь, да, но второе крыло тебе должен кто-то дать, кто-то про вот эту поддержку и помощь. Это определенное общение. Ну и, конечно, это возможность все-таки для себя понять. Ты делаешь это делом своей жизни, ты выбираешь это как профессию, ты готов пожертвовать всем ради вот этого единственного или наоборот – тебе нужно это поменять, это бросить, это отодвинуть, оставить, ну, и пойти куда-то в другую совершенно сферу, а театр оставить просто как, ну, некое такое развлечение и некое хобби. Это тоже здорово.
Потому что когда человек, дожив до седины, не понимает, что он любит и что ему важно, я думаю, что это тяготит его на протяжении всей его жизни. Ольга Николаевна, будут ли в этом году представлять работы, свои работы молодые режиссеры театрального центра «Жаворонки»? Хотели мы бы. Но, к сожалению, мы не сумели выйти на этот фестиваль с нашими новыми двумя работами. Мы их покажем 27 марта в День театра. Такой будет премьера-препремьера, а потом нас ожидает 10 апреля, 15 лет театральной труппе. И тоже мы покажем как бы новые какие-то вещи, потому что мы все в этой работе. Не успели, не доработали, затеяли очень серьезные вещи. И поскольку мы вот организовываем тоже, да, и те же артисты, которые играют, они же еще и организаторы, то есть нет отдельных каких-то ставок. Вот, мы поняли, что все-таки, наверное, мы не будем рисковать. Мы на фестиваль выходим с нашими жестокими играми, легендарными, с которых начинался наш театр. В этом тоже есть определенный, ну, как бы, символизм определенный. Но это жестокие игры совершенно нового состава. То есть это юные ребята, которые у нас играют вот в этом спектакле. То есть это вот наши дети, которые еще вчера, ну, то есть на предыдущем фестивале, играли детский спектакль. Они выросли, им по 15, по 16, по 17 лет. И мы решили, что хотя они не дотягивают до возраста героев, они могут уже это сыграть. Мы сделали такую пробу предпремьерную осенью, как только вышли из пандемии, поняли, что этот спектакль может быть, и сейчас вот решили, то есть показали, скажем так, для своей публики, и сейчас решили, что можем показать это для широкой публики. Где можно приобрести билеты? Будут ли бесплатные показы? Как вот все-таки в этом году будет строиться фестиваль? Да, и ограничено ли количество мест? Все-таки у нас сохраняются ограничения? Да, ограничения сохраняются. Понятно, что все нормы соблюдаются. Сейчас нам, слава богу, разрешили 75% от зрительного зала. Уже есть распоряжение у нас. Но мы приняли такое решение, что порядка 40% зрительного зала мы билеты продаем. Они у нас стоят очень символических денег. 100-200 рублей. Специально мы делаем фестивальные спектакли, скажем, по очень доступным для любого человека ценам. Сейчас удобно можно купить билеты и на сайте, на нашем онлайн, да, как бы без проблем, и придя в кассу нашего театрального центра. А вот остальной состав, до 75, который есть, мы приглашаем бесплатно школы, детские сады, воскресные школы. Мы дружим с обществом инвалидов, с нашим прекрасным активным долголетием. То есть у нас есть очень много таких социальных кругов, которые только и ждут, вот, чтобы мы им выделили какие-то билеты, и мы с удовольствием их выделяем. Поэтому мы надеемся, что зал будет полон. И вот совсем малюсенькие у нас есть спектаклики, которые мы взяли. У нас будет очень такой интересный новый театр представлять свою работу, московский интерактивный театр для совсем крошечных детишек. У них там, например, один спектаклик, он там всего 20 минуток идет, да, и он такой вот рассчитан на то, что публика находится прямо рядом с актерами, со всеми. Мы решили, что мы это сделаем в качестве подарка нашим студиям, куда ходят совсем самые маленькие. Это вот подготовка к школе и развивающее творчество. Вот мы не продаем билеты, не будем звать зал, чтобы вот соблюсти все требования. И вместо занятий вот нашим малышечкам покажем вот такой бесплатный спектаклик. Билеты уже расхватываются. Хотя только вчера мы вывесили окончательную афишу, очень долго вот эти возможности кого-то приехать, потому что нужно же понять, что спектакли идут и в будни, и днем, и вечером, и в выходные дни, а студии творческие, молодежные, это люди, которые работают где-то, да, а вечерами занимаются этим творчеством. Очень сложно, в общем, выбрать то время, которое устроит и театры, и нас. Вот. Но, тем не менее, это будет интересно. И в этом году мы очень рады. С нами дружит давно Институт театрального искусства имени Кобзона. И в этом году они везут нам три спектакля. Это три разные творческие мастерские. Вот. В том числе в память об ушедшем профессоре Валентине Васильевиче Теплякове, которого мы очень хорошо знали. У нас несколько артистов наших тоже выросли, скажем, на его творчестве. Вот везется его спектакль, который он успел буквально перед смертью сделать. Вот везет его дочь Василиса Теплякова, «Мамаш Кураж». И я, в общем-то, всех зову. Я думаю, что это будет, ну, достойно и очень классно. Вот. Ну и, как всегда, мы ждем в гости на закрытие знаменитого
знаменитых людей. Вот, очень надеемся, что они нас поддержат. Главное, чтобы все не оказались в командировках, да, и все оказались вместе с нами и рядом. Вот. Ну и, конечно, я от всей души благодарю администрацию нашу, потому что они действительно включились, они помогают с рекламой, они помогают с площадкой, как обычно, да, потому что мы всегда на взмах крыла получаем от администрации в подарок бесплатное пользование какой-нибудь крутой площадкой. Вот сейчас это Звенигород, это здорово. Вот, поэтому всех приглашаем, приходите, бронируйте билеты, выкупайте их, потому что, когда вспомните об этом, за последние 15 минут билетов не останется. Ольга Николаевна, спасибо за интервью. Ждем с нетерпением старта театрального фестиваля «Взмах крыла». Спасибо. Спасибо огромное. А я желаю моему любимому ОТВ удачи во всем, побольше интересных людей, хороших творческих подарков, ну и, конечно, хорошей дружной команды. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.